Мы находимся на церемонии награждения «Аврора-2014» и премия в области красоты и здоровья. Мы являемся производителями, у нас экологически чистый продукт, свое производство делаем на 5 стран мира. Все натуральное, вся продукция оздоровительная, эффективная с первого применения. И помогает, способствует чему самое основное? Омоложению, оздоровлению способствует. И самое главное, что она очень эффективна с первого применения. Ну, для красивой и здоровой жизни. Элиокап – это марка итальянского производителя, который 50 лет успешно восстанавливает волосы наших клиентов, ваши волосы, наши волосы. Замечательно то, что сейчас вот эта потребность у наших привередливых, наших требовательных клиентов в том, чтобы это было безупречно, потрясающий эффект и, конечно, индивидуальный подход. Элиокап это первым предложила и дала такую возможность для наших партнеров, специалистов бьюти-индустрии предоставить для каждого клиента свою собственную композицию ухода или лечения и восстановления их волос. Поэтому мы здесь, мы надеемся, что мы, став номинантами бренда года, мы очень надеемся выиграть эту номинацию, победить в ней, потому что индивидуальность, каждый человек, он уникален. И кто, как не мы, понимаем это. Вот Лекс пришел на эту замечательную церемонию. Что привело тебя сегодня сюда, красивого и здорового? Чего не хватает, Рекс, тебе? Ну, хорошее мероприятие, я считаю, что почему бы и не зайти. Ну, правильно. Вот смотрите, у меня здесь очень много представлено всяких брендов по ухаживанию за телом, за лицом, ну, если да, что-то отдельности брать. И много красивых женщин. Ну, я думаю, самое главное, что много хороших, красивых женщин, да. Собственно, те женщины, которые себя чувствуют еще не до конца красивыми и здоровыми, они вот приходят, собственно, и смотрят, что можно сделать с собой, как себя обновить. Как ты себя хотел бы обновить? Или пока вот... Я не женщина, поэтому я как-то особо не задумываюсь над этим вопросом, как мать природа создала, так вот и, собственно, и двигаемся дальше. Кончитой ты не будешь? Никогда, что... Все. Наш парень. Все, отлично. Вот наши люди, Лекс, сегодня здесь тоже на церемонии награждения «Аврора-2014». Мне интересно, как развиваются модные тренды в средствах по уходу за собой, в косметике. И поэтому сегодня знакомство с новыми производителями, с номинантами, которые представляют себя для получения премии, для меня очень важно. Главное отличие – мы Москва, а они Питер. У нас немножко другой стиль, у нас другой темп жизни, у нас другая хватка. И для того, чтобы продвинуться у нас, нужно готовиться более серьезно. Вот это совершенно мой конкретный личный вывод. Мия, я с твоей шикарной подругой сегодня здесь на церемонии награждения «Аврора-2014» Диляра. Что вас сегодня сюда привело? Я так понимаю, кого-нибудь будете награждать? Нет, меня номинировали. Номинация? Да, меня номинировали в качестве персоны года и в подкатегории «Общественные деятели». Одну категорию я уже, ну, как бы, победу взяла в Питере. Вот сегодня очень волнительное действие для меня. Поэтому посмотрим, что будет. Какие-то необычные фотосеты, самый необычный фотосет, который вам предлагали? Самый необычный фотосет был своеобразный, как раз с фотографом Беледем. Мы снимали на закате в Подмосковье, и мы ловили закат, и каждую минуту подбегали и ставили мне стул. Я была на высоте огромного стула, а я очень боюсь высоты, для меня это был просто шок.
какая прям сегодня активность пошла здесь. Так вот, на что у вас интересное в творчестве на данный момент проходит, да? Чем бы хотели поделиться? Хотела бы поделиться сегодня... своей красотой, то, что вы здесь. Спасибо. На самом деле, хочу поделиться женской красотой. Сегодня представлена экспозиция моих картин из моей выставки «Сосок». Вот, и она о женственности и о красоте, и о женском начале. «Сосок»? «Сосок». Это выставка. Подробнее, вот сейчас вы меня прям заинтриговали. Это выставка о женской красоте, о женском начале, о том, о чем на самом деле утеряна истина человечества, о женщинах. К чему нам эта церемония? Пойдемте лучше на вашу выставку. Пойдем. Приглашаете? Приглашаю. Все. Чем надо? Чем надо? Мы сегодня будем выступать, я надеюсь, что все будет хорошо. На самом деле мы также еще пришли вручить номинацию «Бренд года». Но, честно говоря... Это такая важная номинация. Да, просто мы немножко запоздали. В связи с этими огромными пробками по Москве. Пока мы здесь, ничего не начнется. Да, пока здесь, пока все артисты не пройдут через Радио Премиум, через нашу постель, здесь ничего не начнется. Что у вас нового в творчестве? Чем порадуете в ближайшее время? Смотрите, у нас на самом деле очень-очень много планов. Сейчас мы пишем китайскую программу, песни на китайском языке. Уже одну выгрузили, так сказать, сняли видео. Сейчас в дальнейшем планируется еще несколько песен. Также у нас произошли некие перемены в группе, в составе группы. У нас сейчас поменялся вокалист, теперь нас уже трое. То есть еще плюс один добавился. Вот. Меня зовут Руслан, я недавно в группе. Меня зовут Сергей. Очень приятно. Неизменный, собственно. Девушка, бэк-вокал. Ну, практически бэк-вокал. Всегда по-разному. Нет, я просто пиар-директор группы, поэтому я немножко за кадром нахожусь. Ничего себе. Эльдженс, удачи, вам отличного выступления. Спасибо. И пиар-директор тоже сегодня зажгет с ребятами. Впервые вместе со своей командой будет выступать пиар-директор Ольга. Всем привет. Ждем вас на автопате, где мы исполним для вас почти нашу полную программу. Приходите.